И видим то, что у красных чувачков два алтаря, а у нас четыре целых. Это, конечно, очень хорошо. Воу, ни хрена себе хедшот поставил. Всем привет, ребят, с вами Илюша. И сегодня на повестке дня у нас новая игрушка под названием Battle Motion. Давайте приступать в нее играть. И смотрите, как она вообще выглядит. Перед нами вот такая карта. Давайте выберем наше оружие. У нас пока что поставлен лук. Ну, даже не знаю, что поставить. Можно, кстати, арбалет, либо же двойной меч. Либо же еще что-то. Ну, давайте попробуем арбалет поставить. Я думаю, он довольно-таки прикольно будет дамажить. И, кстати, мы еще можем параметры улучшить. Давайте, наверное, дамаг улучшим и хпшечки. Это самое такое нормальное. Так, ну что ж, вот мы отспаунились. И в итоге видим то, что игрушечка не только похожа на Tabs, а еще похожа на Ravenfield тем, что тут надо захватывать точки. И тем самым сражаться против наших чувачков. Ну что же, давайте тогда сейчас будем играть. И будем пытаться убить наших противников. Потому что мы все-таки такие жесткие арбалетчики. И для начала я хочу помочь нашим чувачкам вот эту точку захватить. Или все-таки вот ту пойти. Ну давайте попробуем ту сразу же захватывать, потому что эти все-таки в тылу у нас находятся. А мы идем вот на самый центр, то есть где у нас общая получается башенка, потому что у врагов по две башни. И у нас будет по две, а это будет третья. Поэтому надо все-таки захватывать вот эту башенку. Так, ну что же, что мы видим? Я уже вижу, как там наши вроде бы сражаются, да? И вижу наших врагов. Ну давайте попробуем сначала стрельнуть. Так, блин, смотрите, как они шевелятся-то, ё-моё. Хрен попадешь по ним. Вот, смотрите, зато я вижу, как отсюда уже бежит чувачок у нас красненький. Получай. Во, ребят, смотрите, мы у него попали, сразу же убили. Вот это хорошенько. Во, еще одного чувачка убили. Просто тупо хедшот ему дали. Это меня радует, но мне не радует то, что меня пытается убить... Вот тот арбалетчик. Так, тихо, чувак, получай. Опа, ну, попал? Да, ребят, все, отличненько, я попал и убил его с первого выстрела. Это, конечно, хорошо. И смотрите, как мы пока что нормальненько так выигрываем, да? Мы уже идем на точку противника, и это меня радует. Давайте тогда сейчас опять будем прикрывать наших чувачков огнем. Во, смотрите, только что чувака взял и подкосил. Еще в одного попал. И так, короче, будем справляться с нашими противниками. Так, ага, смотрите, замахивается на меня. Сейчас мы тебя убьем. Хотя мне даже свои помогли. Не пришлось мне и стрелу в него вомзить. Ну что же, в итоге мы еще одного убили, и вот это я бы хотел бы убить, но смотрите, только что вот рядом над головой у него стрела моя пролетела, но нифига не попал в него, к сожалению, фигово. Смотрите, у нас тут есть какой-то чувачок со звездой, вот что это значит, я, ребята, вообще не понимаю. Давайте тогда сейчас попробуем его убить, может быть, это капитан их, что ли, да? Жалко, что вот рядом с арбалетом нет еще какого-нибудь маленького кинжальчика, что ли, да? Было бы, конечно, классненько. Мне нравится в этой игре то, что когда ты стреляешь с арбалета, либо же с лука, тут у нас показана примерная траектория, как полетит твоя стрела. Это, конечно, четенько. Так, смотрите, чувак на нас нарывается. Давай, один на один сейчас тебе в хедшот залеплю. Во, ребят, смотрите. И в итоге наш чувак добил их и сразу же двоих убил. Молодец, молодец. Так, ну давайте тогда сейчас отобьем вот эту волну и пойдем на других наших чувачков. Я, в принципе, хочу пвпшиться против лучников и арбалетчиков противоположной стороны, что, в принципе, сейчас мы и сделаем. Смотрите, атака отбита. И в итоге сейчас мы будем нападать на наших противников. Я вот именно хочу против арбалетчиков сразиться. Но этого вообще сейчас быстренько замочит. Он уже, ребят, не желез, да? И я сейчас еще им помогу. Все, отличненько. И что ж, вот наша точка противников. Довольно-таки их много стало. Только что, кажется, у них произошел спаун. И будем стрелять тогда по головам пытаться, да? Потому что если попадешь в голову, то сразу же смерть будет. Это, конечно, хорошо. Так, смотрите, вот у нас арбалетчик, да, какой-то. Сейчас мы попробуем ему хедшотик залепить. Хотя... На нас тут уже идет чувачок. Но я думаю, сейчас мы его тоже убьем. Хотя он, ребят, просто тупо убежал от нас. Это как-то странно. Так, смотрите, а вот теперь я уже вижу то, что я заагрил арбалетчика. Получаю еще. И в итоге все. Арбалетчик тоже мертв, это радует. Так, и давай, давай, нападаем, нападаем, ребятоньки. Мы должны захватить эту точку. Я пока что буду, опять же, вот так мочить наших чувачков. Вот лучник. Блин, ну смотрите, как он не вовремя двинулся. Я только прицелился ему в голову, а в итоге он двинулся, и я промахнулся. Вот, ребят, отличненько. Ничего себе, как я срубил этого чувака, он аж упал. Так, добиваем его до конца. И в итоге что мы видим? Мы видим то, что мы практически уже захватили эту точечку. Давайте я тогда сейчас к нашим чувачкам именно поближе встану, чтобы мы все-таки начали уже производить захват. Ага, спаун. Спаун у нас произошел. Это фигово. Сейчас мы тогда будем опять мочить противников. Блин, надо, короче, ребят, знаете, что сделать? Отойти мне с этой толпы, потому что мне неудобно так стрелять. А сейчас я сначала возьму и убью вот этого лучника. Получай в голову. Смотрите, прям стрела торчит у него из головы. И опа. Все, ребят, отличненько. Успел я стрельнуть с него вовремя, чем он в меня. И в итоге
добиваем остальных чувачков. Вот давайте вот нашим вот этим поможем. Отлично, на 380 дамага. И в итоге вот у нас остатки, получается, вот этих чувачков. Так, получает чувачок в голову. Блин, смотрите, не успел даже ему попасть в голову. Наши чуваки уже его убили. Так, ну и что же, производится захват, получается, вражеской точки. Это меня очень сильно радует. И эта точка, по сути, ребят, уже должна быть наша. Да, уже даже кристаллик загорелся синеньким. И в итоге мы захватили эту точку. И что у нас там вообще по алтарям? Это, кстати, называется алтарь. И видим то, что у красных чувачков 2 алтаря, а у нас 4 целых. Это, конечно, очень хорошо. Воу, ни хрена себе хедшот поставил. Вот это было, конечно, красиво и классно. Так, ну идем тогда дальше мочить наших чувачков. Я вот тут именно с этой верхушечки буду мочить, потому что довольно-таки классное место, ребят. И траектория видна очень хорошо, и как бы ты на высоте, пока если даже враги будут начинать на тебя бежать, ты сможешь их как-нибудь добить, да? Воу, 2000 дамага, ребят, то есть вообще хороший хедшот поставил, это меня радует. И давайте тогда сейчас добьем еще вот, вот этого, наверное, чувака, командора. Ага, ну смотрите, его, в принципе, уже убили быстрее меня. Так, ну что же, все, наши чувачки начинают захват, давайте тогда сейчас им будем обязательно помогать. А остальная команда побежала на захват, но почему-то опять вернулась сюда. Так, ну ладно, сейчас мы тогда будем опять же захватывать другие точки врага. Все, точка наша. Я сразу же хочу убить противоположного командира, который у нас помечен звездочкой. Я думаю, если его убить, то у нас будут какие-то более-менее шансы все-таки выиграть до конца. Потому что если побеждаешь командира, то, скорее всего, войско начнет теряться. И в итоге мы сможем надрать им задницу. Так, смотрите, тут против меня 3 лучника сразу же. Давайте сейчас вот этому хедшот поставим. Отличненько, жалко, что он не помер. Так, и до конца давайте тогда сейчас его добьем. Все, минус один лучник. Тут у нас сразу же, смотрите, арбалетчик. Сейчас мы на него нацелимся. И вот чуть-чуть левее. Блин, ну смотрите, вот что за подстава, что за тайминги? Почему ты начал двигаться, чувак? Вот, зато мы ему, смотрите, прям в пах стрельнули. И в итоге на 515 хпшечек его продамажили. Так, чувак, смотрите, он в меня попал, ребят, это хреново. Так, может быть, сейчас опять командора будем мочить? Так, блин, ну что ж такое-то, ребят? Опять я промахнулся. Что-то мне сейчас не везет в этой битве. Хотя вот, убил вот этого чувачка. Так, ну что же, мочим тогда вот еще тебя. Все, командора, ребят, даже убил, отлично. Давайте тогда сейчас сразу качаем параметры, которые нам доступны. Вкачаю чисто, ребят, все. Чисто все вкачаю, чтобы у нас было все по красоте. Так, ну что же, вот в итоге мы вкачались. У нас уже 7 уровень. И что мы видим? У врага остался последний алтарь. Давайте тогда сейчас поднажмем и будем мочить наших врагов до конца. И, думаю, затащим эту игру. Так, смотрите, поднимается один. Сейчас мы его добьем. Да блин, что ж такое-то, ребята? И вот я заметил то, что когда ты немножечко начинаешь раньше выстреливать, чем положено, то стрелы летят как-то мимо. Надо ждать, пока наш вот этот кружочек начнет сужаться, и тогда будет более точный выстрел. Так, ну что ж, просто сейчас будем стрелять в эту толпу, и будем надеяться, что в кого-нибудь мы сможем да попасть. Так, командир, ну что ж такое-то, ребята, опять промах. Я даже не успеваю просто тупо стрелять, потому что мои чувачки реально очень мощные и мочат всех довольно-таки быстро. Так, ну что же, ждем, ждем захвата. Тут у нас уже, в принципе, совсем чуть-чуть осталось, да? Два вот этих кружка и кристальчик. И, блин, смотрите, как назло у нас произошел спаун. Воу-воу-воу-воу-воу, ничего себе, ребята, какие они злые, да? Так, получай, чувачок, отлично, 175. И добиваем его. Все, убили мы его до конца, вот этого арбалетчика. Еще вот этого убиваем. Ну и, в принципе, вот этого бородача можно тоже убить. Но, к сожалению, попал в своего. Так, значит, тогда вот этот у нас последний, да, остается, лучник. Так, лучник, ну что ж такое-то, что ж ты не помираешь? И последний парень у нас вот этот. В итоге мы его тоже замочили. И, блин, не успели мы замочить один отряд, как уже появился второй. Это, конечно, фигово. Так, лучник получает. Да что ж такое-то, ребят? Вы видели прекрасно то, что я нацеливаюсь на лучника, а в итоге у меня стрела летит вообще куда-то, ребят, не туда. Это как-то меня напрягает. Так, получай. Ну, лучник, давай, до конца, умирай. Ну, вот, ребят, вы видите, да, бывают, конечно, тут и такие подставы. Ну, что ж, когда мы уже захватим эту точку? Ребят, смотрите, осталось совсем чуть-чуть. Ну, все, отличненько. И последний кристалл. Да, ребят, мы практически захватили эту точку, но, к сожалению, опять произошел спаун. Так, ну, в принципе, не беда, сейчас мы разберемся с этими чувачками. Главное, чтобы меня опять арбалет мы не подводил. Ага, лучник, ты хочешь против него пвпшиться? Вот, смотрите,
лучнику сразу же мы вот так две стрелы наваляли, сразу же он помер. И давайте тогда поможем вот этому отрядику. Так, арбалетчика надо бы замочить. И вот тот командор. Я думаю, наши чувачки с ним справятся. Ну что же, получается, у нас кристальчик уже начинает захватываться. И в итоге все, ребят, мы выиграли. И в итоге смотрите, как мы празднуем эту победу. Ну а с вами был Илюша, игрушка под названием Motion Battles. Если вам понравилась эта игра, то пишите обязательно об этом в комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей. Всем пока!